Здравия всем любителям хоккея! Стартовая неделя НХЛ подарила нам множество событий. Россыпь хет-триков, снайперские успехи Александра Овечкина, диспетчерские успехи Кузнецова, рекордная серия побед для новой команды Vegas Golden Knights. Сегодня мы представляем вам десятку лучших моментов прошедшей игровой недели НХЛ по версии Fox Hockey. Неделя первая. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Открывает наш топ нападающий Тампы Никита Кучеров. И его прекрасный гол в матче против Вашингтона. Чудная лопата от Никиты, и Грубауэр капитулирует. Отправляемся в Питтсбург к прекрасной комбинации от пингвинов. Раз на Макега, и Шири в касании отправляет шайбу в сетку блюзменов. Как по нотам. Восьмое место и комбинационный ответ от Тампы. Калар на Стемкоса, а тот отдает передачу на пустые ворота. Наместникову оставалось красиво замкнуть, что он и сделал. Седьмая позиция, атака Лос-Анджелеса, Копитер и Майкл Норверт. Спасает Филадельфию Майкл. Шестая строчка и неудержимый Патрик Кейн, который положил начало разгрому Питтсбурга. Посмотрите, какая искусная слепая передача из-за ворот. Да, после такого даже действующий чемпион посыпется. Нерасторопность от полевых Ванкувера в начале атаки, и Якуб Маркстрём спасает ситуацию. Казалось, счет становится 2-0, но не тут-то было. Эффектнейшее, главное, эффективное спасение от шведского вратаря Ванкувера. Четвертое место. Неподражаемый Патрик Кейн, его спинорама и голевая передача на Ника Шмальца. Болельщики в шоке от такой красоты. Что тут добавить? Это был вечер Чикаго. Голы на загляденье, а главное, в тот вечер их было аж 10. Бронза нашего топа достается еще одной спинораме от Владимира Тарасенко. Но тут после нее состоялось взятие ворот. Да какое! Володя отправил шайбу прямо в домик Грайсу. Так держать. Второе место. Найквист обходит защитника, прорывается 1-0, и Деван Дубник! В первом же матче Деван показывает, что будет бороться и в этом году за визину. Классное олдскульное спасение на второй строчке. Хенрик пасует на пустой лед Сиверсону, тот бросает, но Джонатан Бернье! Номинант на сейв года на первой же неделе. По нашему мнению, это заслуженное первое место. На этом все. Продолжение через неделю. Делитесь своими впечатлениями от первой недели нового сезона в комментариях. А если вам понравилось, то ставьте свой еженедельный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. А с вами был Филипп Олешев, специально для Fox Hockey. До новых встреч. Пока.